Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Валерий Барсук еще помнит школьные годы, как играл в футбол за местную команду. И сегодня самарский депутат, когда есть время, с товарищами гоняет мяч от ворот до ворот. А в школу Иктылык приехал с молодежным парламентом Думы Самары и голкипером Крыльев Советов. Евгений Конюхов сыграл со старшеклассниками в футбол и поделился основами мастерства. Для меня действительно это интересно, потому что сам я был во всем в этом, был в школе, тоже мечтал их мечтами, тоже за это все переживал, болел, стремился. Слишком много я не смогу им, наверное, показать, но кое-что объяснить и, может быть, немножечко подтолкнуть на правильное решение, потому что футбол научить играть нельзя, ему может только научиться. Кроме мастер-класса, голкипер поговорил со школьниками еще и по душам. Молодежь интересовала буквально все. И что едят футболисты, и какое настроение в команде «Крылья Советов», и чем занимается вратарь в свободное время. Оказалось, Евгений Конюхов играет на гитаре и рисует. Школьники футбольными откровениями остались довольны. Самому как-то приятно было пообщаться с настоящим вратарем «Крыльев», который я наблюдал с трибун, там, с телевизора. Было приятно с ним пообщаться. Спортплощадка в школе Иктылык не пустует. В любительский футбол гоняют ребята всех возрастов. Некоторые выбрали для себя профессиональную карьеру и дополнительно тренируются в спортивной школе. Не за горами лето, а значит, стартует первенство Самары. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.